já pra mim. Pra mim também. Aqui, caipirinha de limão. Normal, né? Sim. Вы только посмотрите на этот ретро-автомобиль. Посмотрите на его состояние, и самое удивительное, что это авто до сих пор на ходу. Мотор работает замечательно, но я в своей жизни видела автомобили в таком плачевном состоянии только на свалках. Ну и теперь увидела на пляже в Африке. Итак, друзья мои, сейчас я вам покажу наш дом, наш ночлег на ближайшие пару дней. И нашли мы это жилье тоже случайно в интернете. В Мозамбик есть жилье для съема, есть хостелы, гестхаусы на любой бюджет и даже отели 5 звезд, где за ночь можно заплатить несколько сотен евро. Но проблема в том, что эти отели не проходят регулярной классификации, и поэтому есть большая вероятность попасть на кота в мешке, что с нами и произошло в предыдущих видео. Отельная тема в стране пока что в очень начальном состоянии.
Эта страна Мозамбик может смело похвастаться красивыми пляжами и прекрасным Индийским океаном, который значительно отличается от Атлантического океана по температуре воды, много пляжей с бирюзовой водой, и, как мне кажется, что Индийский океан более спокойный и тем самым, по-видимому, привлекает сюда туристов. В Мозамбике тропический климат и летний период начинается с декабря по март, а также здесь огромное разнообразие активностей, таких как плавание с дельфинами, встреча с китами, морская рыбалка, подводный дайвинг, красивые коралловые рифы. Это все очень популярно здесь, и температура воды в океане в течение года в среднем от 22 до 28 градусов. Это настоящий рай для туристов. И как вы видите, у нас шикарная веранда с видом на океан и выходом на пляж. Есть все удобства и даже гамак. Наши завтраки и обеды проходят именно здесь, но ночью здесь достаточно шумно, так как очень слышно гул и шум океана и ветра. Но честно скажу, что в этом доме мне все-таки нравится. Здесь чувствуется хорошая энергия, и нам даже не хочется выходить из дома. Хочется быть именно в этом моменте, здесь и сейчас. В этот раз нам повезло со съемом этого дома. Здесь есть все условия для комфортного отдыха. Но по поводу чистоты в доме и чистой в кавычках воды в кране тут можно забыть. Я приняла для себя этот пунктик, что Африка и чистота – это в принципе редкое сочетание, к сожалению. Ну и ладно, я пытаюсь находить больше положительных моментов и меньше обращать внимание на некоторые местные недочеты. Симпатичный у нас домик, мне нравится, он уютный, очень классное расположение, он комфортный. Смотрите, какая крыша у нас сплетена из листьев пальмы. Ручная работа. А там кокосы растут на пальме. Наш небольшой оазис. А это папайя зеленая растет. Прям здесь рядышком с нами. И вот так мы выходим со своего оазиса. Комфортного, красивого. И буквально здесь сразу начинается африканская реальность. Вот такие домики. Здесь живут люди. В соломенных домиках. Здесь вот она, Африка. И, кстати, здесь еще какое-то кладбище. Какое-то, видимо, мини-семейное кладбище. Могилы. Прям буквально 50 метров от нашего дома. Живем рядом с кладбищем. Кошмар. Я такого не ожидала. Это не входило в мои планы. Пальмы здесь, конечно, шикарные. И вот тут деревушечка, какая-то семья живет. И парень идет. Сейчас едем на обед. На пляже тоже ресторан находится. Hola. Hola. Good morning.
когда vocês têm? Tu tens 14. Como? Tens quantos anos? 14. Sério? E ela tem 13. E a outra? Também tem 13. 13, 13. Não, essa aqui tem 15. 15? E ela? Ah, aquela acertei. Acertei a ti e acertei ela. Como? Acertei a tua idade e acertei a idade dela. 14 e 13. Uhum. Muito bonitas vocês.